Так, ребята, привет. Вот сегодня хочу поснимать инжир, который уже несколько лет стоит здесь. И этот урожай получается у нас, ну, первый, назовем его так, и уже второй даже кое-где простреливает. Вот давайте посмотрим, как себя чувствует сейчас дерево. Вот, были они подстрижены тоже, и из них были сделаны саженцы, черенки. Вот хорошие здесь, видите, какие саженцы есть. Сейчас у нас наличие вот с хорошей корневой, не знаю, будет видно, нет. Корневая хорошая. Здесь она в некоторых местах уже даже вылазит, начинает. Опа, вот такая вот. Вот, я не знаю, постараюсь, чтобы было видно. Вот корневая система там. Эти саженцы надо уже пересаживать, там дальше тоже есть. Ну, давайте посмотрим на сами плоды. Вот, когда идет хорошо и качественная обрезка инжира, то видите, какое большое количество ягод он дает. Это вот очень замечательный показатель правильной обрезки. Вот видите. Вот он. Какое количество. Вот под каждым листочком, вот под каждым, есть плод. И вот уже молодые даже пошли. Вот. Вот они, эти маленькие, да. Вот. И те, кто покупал у меня инжир, наверное, уже тоже имеют такой результат. Даже у кого маленькие саженцы, он тоже начинает плодоносить. Вот хороший урожай. Вот эти даже начинают, вот, чувствуется, что первые будут созревать. Вот они еще зеленые. Вот смотрите, вот моя рука. Он еще маленький, но он подрастет и будет крупнее. И вот здесь, вот видите, на нижних ветках, на первый урожай, вот на этих старых ветках идет. Вот таким вот образом вы можете себе выращивать инжир. Вы можете также, я повторяю постоянно об этом, построить такую легкую конструкцию, либо выращивать у себя в зимнем саду, на подоконнике, на балконе, на лоджии, где угодно. Инжир хорошо растет, ему главное свет, тепло, и он очень будет хорошо расти вам и плодоносить. Так что выращивайте, звоните мне, заказывайте саженцы. А сейчас я вам покажу еще несколько фотографий, как у людей в квартире плодоносит банан, лимон, другие растения. Спасибо моим подписчикам, они просто предоставили мне свои фотографии для того, чтобы я мог просто вам показать, вдохновить и поддержать вас, если вы сомневаетесь, будет ли она плодоносить, думаю, не будет. Ну, вот, как бы сделаю маленький такой вот вам маленькую рекламу, что все дома, в квартирах все плодоносит, все растет и хорошо себя чувствует. Звоните, пока.